Модель Кира Майер, осужденная за нападение на сотрудников ДПС, вновь заявила о себе. Отсидев положенный срок, девушка решила переодеться в сотрудницу полиции и устроить шоу на улицах Москвы. Обвиняла прохожих в употреблении алкоголя или наркотиков, предлагала им потрогать свою грудь. Зачем она это сделала и могут ли ее привлечь к ответственности за такой розыгрыш, выяснял Андрей Караманов. Молча, подойдите, пожалуйста, я досматриваю. Не верьте своим глазам, от полицейских в этой парочке только форма. Содержание здесь другое, пусть гуляки об этом и не догадываются. Потрогать хочешь? Нет, у меня девушка. Если я тебе 5000 рублей сейчас заплачу? 10. Нет, 50. Молодец, хорошо. Прохожие словно сговорились, и все как один обзавелись невестами. Капитан, двойной ему штраф. Я даже не буду смотреть. Почему? Потому что не хочу. У меня есть невеста, поэтому... Тогда фальшивые правоохранители ищут тех, кто помладше. Очень похоже, что несовершеннолетних. Юноши тут же берут инициативу в свои руки. Кто первый? Ты? Давай. Ты на лицо? Пользователи соцсетей уверены, гордости краса этого фальшивого патруля никто иной, как скандально известная блогер Кира Майер. Она же бывшая Даша Цветкова из Удмуртии. Барышня известна своими откровенными снимками, богатыми поклонниками и тягой к красивой жизни. Повернись ко мне лицом! Весной прошлого года Майер уже показывала полиции зубки. Инспекторы остановили фешенебельную иномарку для проверки документов, но документов не было. Водительских прав автоледи лишилась еще до этого. Кира предложила сотрудникам МВД разойтись полюбовно, в буквальном смысле. А когда «совратись» полицейских не вышло, полезла в драку. На руке одного полицейского медики насчитали 80 ссадин, второго Кира и вовсе покусала. Хотя, возможно, она просто решила, что это такие ролевые игры с наручниками. Представление обошлось блогерше дорого. Следующие 7 месяцев она дефилировала только в зал суда и обратно в камеру. Правда, и тут не забывала посылать фотографам воздушные поцелуи. Она действительно встала на путь исправления твердо. И сейчас я считаю, что она станет достойным членом нашего общества. На путь исправления достойный член общества, кстати, вставала в одной камере с другой скандальной моделью, Анной Лисовской, которая то ли была изнасилована, то ли сама совращала малолетних, теперь без следствия даже не разберешь. Некоторые считают, что Майер очень соскучилась по подруге. За ношение полицейской формы ей грозит только штраф 1500 рублей, но если герои этих кадров окажутся несовершеннолетними, неприятности у блогерши могут быть значительно серьезнее. Андрей Караманов, Вести, дежурная часть.